Так, он, на него знаешь, сколько денег надо уходить? Ну, уходит. Насоветовал мне. Я сейчас на электронку обратно. Да, можешь с мельком ставить. Тут тогда доходит. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Скифон, сову давай. Ну ты, короче, не, демон тогда стоит в РДД. Что мне нужно 8. Так, чек на готовность, на присутствие. Пожалуйста, киньте по магу касочку, МП5 и кулак. Да сейчас рибафнут. На рыбку поставил, кушаем рыбку. Так, дали нет, он приехал. А Макс-то тут пришел с магазина? Макс. Может, он в другой комнате? Чек на АФК. Еще раз. А Макс хозяин? Нет. Лидил который. Так, фулл баф даем. На профане сейчас. Зачистим 8 боссов. Пойдем. И пойдем проф. Или проф, потом лану, посмотрим. Что фул мы так и не закроем за сегодня. А, нет. Видишь, три метки, три спора. Хилы стоят в кресте. РДДшники, соответственно, рейндж набираем. Блин, ты стоишь в РДД. 8 РДД, соответственно, нормально. Отъехал тут. Клипаем, давайте. Здесь, здесь. Отлично. Я в одно, этот, в одного идем, танк. На пол, медвое. Бафы посмотрели свои. Всех все хватает. Чек на готовность. Так далее, отчет на пол. Бузер. Все, все готово, отчет на пол. Ребят, сначала пулит танк. Потом пулит бьют РДД. Геру дали. Поры. Две споры, пожалуйста. Короче, вы капец. Ребят, я сейчас буду ругаться. Прожимку отдал. Про хил рейда. Чё, как в первый раз здесь?
Споры. Два милишника побежали. 3D метки стоят. Череп, пожалуйста, и квадрат. В чем проблема? Рендж набрали. А босс на бомжей не агрится? Нет. Один милишник выбежал. Рейнджу набрали. Хил рейдом. Споры. Раньше набрали. Споры. Один из милишников. Раньше набрали. Убегаться больше не надо, бьем. Двигаться больше не надо, бьем. Так, 5 хилов. Похилят. Макс вернул. Задумчик. Полтишок, полтишок. Полтишок, полтишок. А тут не полтишок, а тут соточка. Да, задумчик? Ну как так-то? Мог бы две споры собрать. Даже нету прожимки. Масс-вес. Ну а кто говорил про тотемы? Ребят, ну серьезно, я вам 3D-метки для чего поставил? Одна должна быть в кресте. Вы не смотрите по тому, что у меня каста шаман. Дай ему срез. Артем, дашь приход? 1, 2 на быстроту. Умен, дай. Сумонти. Сейчас подумаю.
зря хаспот только промахал. Дживс стоит. Вот вам 3D метки поставлены. Квадрат и череп. В них избегаемся, не в какие тотемы. Тотемы ставят шаманы для себя, для вас стоят 3D метки. На ту хлопузи еще вайпаться. Вы чё? На ляме хп. Сейчас бы еще с руфанга яда не намазать. Молодец. Фулл баф отдали, чек на готовность. Орхидея, выйди как секунду. Маринка, локера сдавай. В метках стоят хилы, а не РДД. Хилы стоят под боссом. А, наоборот. Тут 8 РДДшников достаточно. Если РДДшник валится, значит валится рейд. Хилы, чтобы не напрягались, они стоят под боссом у нас в руме. Чек на готовность. Все готовы, отлично. Счет на пул. Геру. Вторую Геру, пожалуйста. Вторую Геру. Споры. Рейндж набрали. Плохо. Споры. Сбегаться надо в метке, а не в человека со спорами, сразу говорю. Рейндж набрали. Споры. Бузер красавчик. Рейндж набрали. Прохил рейда. Споры. Один из милишников выбежал. Рейндж набрали. Рейнджу держите.
Должно быть только три заблеона. Споры. Мастерал, выбегай. Ренджу набираем. Споры. Сбегаемся со спорами, сбегаемся. Кто-то залатал. Рейндж набрали. Джованни хоть залагал, но он добежал и раздал. Трахил рейд. Лео, вставай сразу. Один хил, вот, отлично, Дим. Постой, Варда, да. Ну да. Ну я вижу ДПС, чирик. У тебя есть, нормально. Плохо. Танком везет. Там мне здесь ни хрена не сдалось. Я его даже чувствую. Хотя... Ну, чуть получше. Но нам не надо. Шо по крови? Что? Сейчас посмотрим. Кровь кому нужна? Плюс чат. Да, я вижу. Да качало. Да хрен с ним. Войт, парол. Чуть не пойди по ГП живёт, давайте. А на самом-то деле смешно было квесты там пойди по ГП. Конечно. А чё у вас, в чём проблема? А? В чём проблема у вас? Микстурка красавчик. Микстурка, да, красавчик. Сейчас быстро среагировал. Дим, давай в танк. Шамана пробафнули. Чек на готовность. Надеюсь, тактику все знают. Повторять не надо ничего. Сейчас упадем, то квест заполен. Тогда. Так, сейчас. Поэтому надо паладином, если будет вайп, кидать на кого-то диван. Так, все готовы, отлично. Счет на пол. Под жопу босса встаем сразу. Не выставляй. Все еще правильно стоят, офигеть. На тухло пузо вначале до 16 к разогнался. Блин, как круто. На тухло не было. Сейчас скину.
Артём, это квест только на тебе, я не пойму, сделан. Ну, не знаю. Здесь еще на мне. Надо блевать на нас ловить раз. Взрыв, разбежались. Не в ту сторону бежите. Я прожимку даю. Да, я тоже дал. На центр. Вообще я на центр быстрее. Я пушоном стоял, нормально. Прохил рейда. Гера есть. Не надо. За проф откатится. Ах, это ну, давай. Давай, давай. Давай, давай. Саша, роль травму, сразу говорю. Травма топчик. На Эрдру. На Эрдру точно. Хорошая. На Эрдру топ, машина нет. Где мои осколки? Че, ни одного не было? Один. Ну, лечи точно есть, я тебе говорю. Где мой детошмот? Квест никто не сдает, стоим возле моба, чтобы всем засчитало, потому что не у всех он сделался. Дим, ты скоро сможешь сделать? А тебе прям сейчас надо? Ну я на ДК, понял. Да, я сейчас хотел сразу это вставить камушки. Это ты дальше танком хочешь, я так понимаю, я на мага буду? Не-не-не. Я в другого танка. Все стоим, ждем людей. Квест не сдаем. Да, мышка хорошая. Вот бегу, сейчас сдам квест. Стоим. Тоже просто заюзал. Отлично. Сдаем. Ну, я неудачник. О, лучше б я не делал. Опа, на. Ха-ха. То, что мне надо было. Что интересного? Кольцо. Да, опять пойдем. Пошли через центр. Идем на совет. Кому-то панцирь упал. Где-то. Готовим сейчас валю, будем убивать сразу. Чтобы она не мешала нам. Давай ты. Жека, ты можешь сразу сюда, обратно. Отлично. Валю бьем. Тоже неплохо нашему окну. Боже, как мне давно боешки не падали, это просто жесть. Не расслабляйся ни на секунду. Нарыч, река только. Шли дальше. К
что четринка на ар, вообще никакая. По череп играем. Нет, пока трэш. А что, серьезно нельзя такие слова, как дерьмо произносить, дерьмо лут? Серьезно, вы че гоните? Нет, дерьмо лут, конечно, можно. Он просто пишет, серьезно нельзя. Я как стараюсь, не матерюсь. А Калел? Калел, это персонаж вообще адаптирован под русский. Fuck my bitch. Крест, луна, дальше послон остальных сносим. Давайте оперативнее, ребят, по меткам играем. Метки не для шкафа стоят. Шар никто не пьет. Поехали. Молоко, твои трусы ферявишь. Марина, твоя луна. Погнали. Череп, крест. Без метки доливаем, потом играем по трусам. По трусам потом играем. Куда трусы пошли? Не знаю. Смотри, где они, на выход. По луне играем тогда. По луне. Трусы теряем. Да, ферно. По луне играем. Поехали. Молоко, твои трусы. Другая баф. Погнали. Череп, крест, луна. Череп, играем быстрее. Череп долили, играем по кресту.
Дальше без меток играем. Луну не кидаем. По луне. Дальше трусы. Не понимаю, вообще какую фигню добавил на мобильную вещь. Типа сапнули тебя фиговенько. А, ну да, это прикольно. Сейчас все контроли так показываются. Резаем народ и поднимаемся. На дни говорят, типа фигня. Обнова. Ну, мне кажется прикольная. Угу. Классная штука. Мешает, правда, что на пол экрана, но... А настройки кто не смотрел, может убрать можно. Только убрать можно или поставить. В размерах нельзя менять. Сходи пока. Череп, ты не по черепу играешь. А чё там на пол экрана? Вы о чём? Контроли все. А объясните для недалёкого, где купить этот рецепт на ювелира на стене? В ЮВ. Долларанник и ювелиры. А, все хорошо. Спасибо, надо было. Спасибо. Спасибо. Кому-то уже зашел этот трансфер. Пока нет вестей. Череп. Ой, ты что, тоже трансфер делаешь? Угу. Дурак, конечно. Трансфер? Это типа, трансфер, вот, просто... там персонажа, а я тут быстрый старт дали. Да, да, забрали твою убийство и дали тебе бомжа. Вот так это не делает. Аккаунт весь удаляют. Ну, не весь аккаунт, а всех персонажей на аккаунт. Что же, там не 10 быстрых стартов тогда надо будет, если мне сыр удаляют тех чаров. Чем прикол, они могут только одного чара с одного аккаунта, больше заявок не принимают. А, то есть удаляют всех персонажей. Да. Подождите, а теперь поподробнее. Типа, могут удалить шара с циркуля, а здесь дадут тебе 200-го, ну, типа, быстрый старт? Да. Да, идея профильная, но качественных вроде максимум не нужно. О, прикольно. Ответьте мне на вопрос. Смотрите, у меня 10 чаров. 10 бисовых чаров. Я хочу одного бисового, предположим, трансфернуть, да? Как я могу доверить аккаунт с 9 ладно, бисовыми чарами людям, которых я вообще не знаю? Очень легко, они трансферят все. Это так точно. Рыбу поставил, кушаем. Дим, давай держи чек листета. Переносишь на новый аккаунт. Ну да, 1300 бонусов. В смысле 1300? У нас 300 бонусов, но у нас один бонус, один рубль. Не как здесь. А здесь сколько бонусов стоит? Один бонус, 10 рублей. Чек на готовность. Дороже. Бам, проверили все свои. 300 баллов дайте. Роме, чего не хватает? Кулак поваром. У кого-то сохранился с, короче,
дамаг с тухлого и с гнилого. У меня нет. У меня нет, я делал вроде скрины, но... За скринь, пожалуйста, полный Джованни, мне потом скинешь. Ну или ты клини дашь. Мне надо будет прописать. Но это не тот ДПС, там был другой, но... Гнили. Чек на готовность. А, полсекунды сохраню сегмент. Я с ребра кидал. Ребро тоже показать. Не надо. А в DC есть. Макс, в ячейке рейд заберешь. Ага, спасибо большое. Так, стоим. Чё ты, Сань? Да потом. Все? Готов? Ну, можно, да. Ложно, поменяй там, пишут. Ай, блин, я не то кинул. Секунду. Фиксор прохил. Вихрь рейндж набрали. О, хреново рейндж набираем. Да убей ее. Нормально будет. Не бегай, бей босс. Потом бей босс. Маша, Роме, подымай. Орхидея, подымай твоего хозяина. Тифон, подымай к Сио. Вихрь рейндж набрали. Что рыда делают у Милика? А, так, кинетику забыл. Локи на кинетику пэтов. Бросайте. Толдораму играем. Покелись эту точечную. По Волонару играем. На рейндж набрали. По Талдораму играем. Кулак по армам обновить. 3 секунды. А Геру давать или нет? Нет. Найтика падает. Кулак по армам обновить. Пакелись это точечно.
Джо, давай ты потом. Да, хорошо. Кому атата сделать? Ветриком. По лицу. Школа, я... О, ну наконец-то, хоть второй осколок упал, хо-хо-хо. Поздравляю. Сколько у тебя осколков? 16. Всего лишь. Плохо падает в этот рейд. Обратно идем, идем на Валю. Потом начнем остову закрывать. Раз в полчаса нам должно хватить. Разрушу. Бафнет. Марин. Я могу кулаки тоже бафнуть, Мелик. Бафни, пожалуйста, а то слетел в бою прям. Сейчас. Алюша. Продаются. Но вы их выкупаете очень быстро, они не копятся. Кто? Саранит. А как так получается, что у Вальта 2%, только у меня 2,8, он выше меня? Чего 2%? Ну, по ИПГП. Стоим. Стоим, близко не подходим. Где там они бегущие? Просто ты серый. Мне не поможешь. Череп, крест, трусы. Идем, пошли. Однажды мы с тобой сражались плечом. Вы сейчас на Лану идете? На Валю. Это да, после... да, мы... да. Ну, короче, я офицер, идем пока фильм просто. Выводить надо, крутящих. Охотница, заберите с ним. Да ты переагрил, Рэмю. У меня, видишь, упало с... Агро упало. Не пойму ничего. Ты можешь биться через меня? Трусы. Да, как обычно. Как помнишь, сейчас посмотрю. Не знаю я. Мне маргинал написал только про печать порчу ретриков. У танков он ничего не писал. Ну так печать порчи у всех есть? Сейчас почему нет, посмотрю. Нет, она по фикшену. Они не пишут, не есть фиксов нигде? Пишут. Сарак, я последнего дал. Чё, и тут охотницы пихнули? А, вот, блин. Опа. ДП. РДД по трусам, милишники по черепу. Дай ему ДП через тряпку. Он сейчас тебе в личку напишет, зачем ты ему тряпку даешь. Понял, как шмотку тряпку поставить? В смысле, не понял. О чем? Ну вот он там боком отюкнулся. Какой прохил, моб в рейде, вы что от него отойти не можете? Разуйте глаза свои. Это 25 таунтов заюзал, алло. Просто отходить надо, вы видите, синяя лужа такая от него появляется. Да не синяя лужа. Я ну, зеленая. 20 человек сдохли. Нет. Класс, срез. Да, зачем? Мы бы должны вообще, мы должны залетать туда, забирать пачку. То есть за три пачки сложить мобов. У нас этого не получается. Печать мастеридоном что-то поменяли. Да, печать мастеридоном это не срать. Ты про этих спрят. Маша, пока-пока. Так, крест, трусы, погнали. Крест, держи, Дима. По кресту играемся.
Убили этого, иди собирай. Я выйду себе. Дим, тяни носителя смерти. Кстати, справа, который там. Не надо прийти потом, надо друида поднять. Друид пока, пока. Череп играем. Что ты сказала, дай бог здоровья? Да! Почему? Почему? Тяни следующую. Да, сможешь так залетать. По черепу играть. По череп. Дальше потом около черепа носите. Дим, с меня забирай. Любого. Отведи. Очень махнул еще. Констант, до урена. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы. Радиус, я посыпаю. Читаем ху-ху-лин. Чулан. Ну, да, его все чулан я называют. А не только ты, на циркуле так же его называют. Лапосос? Хорошо, буду называть лапосос. Это
Парень, расскажи, кто такой Кухулин? Это какой-то брат Ктулху, да? Ну, он какой-то бог там, я уже не знаю. Ну, отлично. Я просто тут, кстати, на телефоне играл в игрушку, Чужел называется. Прикольно, реально уматало, вообще просто. Маш, пришла? Нужно минутку, да? Маша уже пришла, нет.